Ребята, все мы смотрели по телевизору мультфильм «Гадкий я». Мне этот мультик очень понравился, особенно миньоны. Сейчас мы покажем, как можно своими руками сделать миньона. Чтобы сделать миньона, нам понадобится контейнер от киндер-сюрприза, канцелярские резинки, а также металлические шайбочки. Берем металлическую шайбу и с помощью плоскогубцев выпрямляем концы соединения. Нанесем термоклей на шайбу и приклеим ее на верхнюю часть контейнера. У нас получились очки миньона. Возьмем пластиковые глазки и установим вовнутрь очков. Ножницами разрезаем канцелярскую резинку пополам. Один конец приклеим с одной стороны очков, а затем, обернув резинку вокруг головы, приклеим ее ко второй стороне. Используя фигурную отвертку, сделаем два отверстия для ног, диаметром равным диаметру трубочки для напитков. Далее берем трубочки и отрежем их по размеру ног миньона. Чтобы наш будущий миньончик не замерз, мы сшили ему из джинсовой материи штанишки. Теперь в этих штанишках он может смело отправляться в путешествие. Далее, взяв канцелярскую резинку и немного поработав с ней, мы сделали вот такие ладошки и ботиночки нашего красавца. С помощью клея приклеим трубочки к ботинкам. Согласитесь, ребята, уже кое-что у нас получилось. Возьмем медную проволоку с ПВХ-изоляцией. Разрежем ее так, чтобы у нас получились руки миньона, которым прикрепим ладошки. Теперь нам потребуется хлопчатобумажная веревка. Отрезав от нее кусочек и покрасив черный цвет, мы сделали прическу миньона. Нам остается установить руки и ноги в заготовленные отверстия, а также нарисовать милую улыбку. Вот и все, у Бориски появился новый друг. Мы уверены, они подружатся. Если вам понравился ролик, то поделитесь им с друзьями, а также поставьте лайк и подпишитесь на канал.